Сегодня на библейском портале Экзагет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам священного писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов Евангелия от Луки 3.23 и Евангелия от Матфея 1.16, мы зададимся таким вопросом. Почему Лука представляет родословное древо Христа? отличное от описанного Матфеем. И следующий вопрос. И кто был настоящим отцом Иосифа, обручника? В чем заключается проблема? Мы знаем, что есть две родословные Христа по Евангелию от Луки в третьей главе и по Евангелию от Матфея в первой главе. В Евангелии от Луки, 3 глава, 23 стих, приведен другой дед Иисуса или, а не тот дед, который упомянут у Матфея 1.16, Иаков. Кто прав? Кто прав? На самом деле правы обои. В еврейском народе был такой э, закон. Давайте зачитаем книгу Второзакония, 25 глава, 5-6 стих. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею, и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Таким образом, два разных имени возникают от левератного брака. От левератного брака, когда умирает брат одного брата, и живой брат, так как нет потомков у умершего брата, он берет свою, точнее не свою, его жену за себя и живет с ней, пока она не родит, но этот ребенок считается не его ребенок, а он как продолжает семя своего брата и тот именуется по своему брату. А так как Евангелие от Матфея писалось для лиц еврейской национальности, которые понимали такие вещи, а Евангелие от Луки для эллинского мира, которые не понимали такие вещи, мы видим вот это расхождение. В одном случае видно четко происхождение, кто Действительно, дед э, Христа по плоти. А в другом случае не очень э, четко. Проблемы, связанные с либератными браками, это очень такие известные проблемы. Но э, реально э, различия следовало ожидать. Все-таки различия в родословиях следовало ожидать, так как они приводят разные линии предков. Один Матфей по его Христа, юридическому отцу Иосифу, приводит список предков, а другой по его действительной матери Марии приводит имена предков. То есть Матфей приводит официальную линию, адресованную к евреям, ожидавшим Мессию. А Мессия обязательно должен был происходить от Авраама и по линии Давида. Лука, который писал свои Евангелие для более широкой аудитории, он показывает общечеловеческое происхождение Христа. А родословие э, по Марии ⁇ это не есть родословие по царской линии. Хотя доходит до Давида, но не по царской линии. Через Нафана, а родословие по Матфею, по Иосифу, через Соломона ⁇ это царская линия. Так как Иосиф усыновил Христа, а юридическое усыновление – это когда человек нарицает имя ребенку, он как бы эти признает свое юридическое отцовство и сообщает права своей родословии, родословной. А так как Христос должен был точно быть потомком не только Давида, но и Соломона – то э, вот это усыновление, оно даже было необходимо, потому что иначе бы возникли э, сложности с некоторыми э, пророчествами. Но оно сообщает, это усыновление, точно такие же права, если бы Иосиф был его родным отцом, хотя он не был его отцом. Он был его приемным отцом. Это как в случае с Иаковом, который усыновил Манасию Ефрема, это дети Иосифа Прекрасного, и ввел их в 12 колен Израиля, назвав своими детьми. И никто не имел права это как-то ставить под сомнение. А для Матфея, который, повторяюсь, писал это Евангелие для э, лиц еврейской национальности, очень важно надо было выдержать все. Все вот их представления о Мессии, что Мессия не только потом к Давиду, но и Соломона – вот это надо было все точно отразить, и он это отразил. Таким образом, фактом усыновления Иосифом Иисуса и ему принадлежит Христу как Царю-царей, царской линии родословия, а фактом того, что он должен быть не только царем, но и священником, персвященником, а ему принадлежит родословная Марии, а мы знаем, что у Марии была родственница Елисавета, которая была жена э, священника Захарии, а значит, э, во Христе соединились царственное достоинство со священническим. И э, третье – это пророческий чин. Конечно, в этих родословиях были пророки и с той, и с другой стороны. Таким образом, во Христе кровь царей, пророков и первосвященников, она соединилась, смешалась. А в православном догматическом богословии всегда подчеркиваются эти три аспекта земного служения Христа Иисуса как истинного царя, как истинного пророка, и как истинного первосвященника, это в его человеческом аспекте служения. Но он был не только человек, он был еще и истинный Бог. Таким образом, мы видим, что ничего лишнего нет в священном Писании. Никаких ошибок, так называемых разночтений, противоречий нет в священном Писании. Подобное возникает от невнимательного отношения к библейскому тексту. Подписывайтесь на библейский портал Экзагет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя.